Привет, ребята, это подкаст «Сережа и микрофон». Сегодня у меня в гостях Стас Круглицкий. Многим он известен как Стас Просто Класс, человек, который в парике изображает женщину. Многие спросят меня, ты серьезно пригласил этого человека? Ведь ты всегда, Сережа, поносил такого рода контент. Вы знаете, со Стасом я познакомился поближе на одном из эфиров, которые мы делали для приложения. И мне Стас очень понравился. Он классный парень. И, вы, и вот наша беседа меня убедила в том, что Стас вообще вот такой вот. вот. О, беседа удалась. Я вас хочу пригласить, ребята, 15 числа, 15 мая, на мой концерт. Ну, как, он чуть-чуть мой, а в основном он, конечно, Илье Гурцова, который будет в Мумий тролль-баре. Эпический концерт, когда следующий будет никто не знает, и будет ли вообще. А две новые песни там будут представлены: еще никто их никогда не слышал. Вы будете первыми. Вот. Так что приходите, тусанем, как в последний раз. Всем спасибо. Начинаем. Но сначала говорю спасибо компании VRA за то, что они есть в нашей жизни. И чекайте ресурсы VRA для новых вакансий. А вот теперь и пункс. И погнали. Серёжа, это я. И Здорово, чувак! О, привет, Сережа! Прикинь, как я энергию включил, сам не <с понимаю, почему так. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласил. Так, мы начали про музон говорить до кнопки записи. И ты странно ответил. Я говорю, ты пишешь музон? Еще нет, но скоро буду. Короче, у меня есть музыкальное образование среднее. Я закончил хоровой капеллу мальчиков в городе Сактовкар. Так. Это было в 2001 году, я ее закончил И с тех пор я как бы с музыкой завязал Ну, то есть я вообще ее заканчивал уже как бы из-под палки Меня мама заставляла ее заканчивать Типа, ну, чтобы у тебя было аттестат, чтобы у тебя было вот звание Типа, чтобы у тебя среднее музыкальное образование А я не хотел ее заканчивать потому, что, ну, к тому моменту у меня уже выросли усы Вот Пубертатный период А да. я в хоре мальчиков пою И... Вот это позиционирование, да, музыкальное, оно как бы, ну, никак не соотносилось э, с, там с моим внутренним миром. То есть это было не круто. Ну, да. то есть если бы я занимался там эстрадным пением, мне оно нравилось, э, там пел крутые песни, э, я, наверное, бы не, не заканчивал никак с музыкой. Но поскольку мы пели э, немецкую мессу, литургию, выступали в храмах, ну я понимал, что это не мое, при том, что э, В целом школа классная и я когда вот не знаю пересматриваю какие-то записи я смотрю на нас и мы пря прям прямо реально охренены пели ну прям офигенно э, офигенный мужской хор я причем я солировал я тогда там... я хотел спросить тебя было соло <соць> да да ну как бы ну э... Сначала, сначала я был первый дисконт, потом у меня начал голос ломаться, я стал вторым, а потом альты, тенора, басы. Вот. Ну да, было время, когда я прям солировал, был первым дисконтом и запевал Аву Марию. Ну так вот, и мне это все перестало интересовать, и потом, я очень хотел заниматься эстрадным пением, и у нас как открылся кружок какой-то в Сыктывкаре, на него меня отдали. И учитывая, что у меня усы, меня заставляли петь песни, Первый мой вопрос простой, что пробьет туман густой, чьи волшебные лучи освещают путь ночи? На машине их две пары. Догадались, это фары. Да, бинго. А почему это как это было связано с усами? Ну я к тому, что я уже взрослый пацан был, а меня заставляли петь вот такие песни. Да, я понял, да. В итоге я полностью тогда разочаровался в музыке. Но фара это важно? Фара это очень. Да. Короче, Блин, как ты, 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 ты мыслишь позитивно. Да, стараюсь. Так, ну и чего? Ну, короче, вот, у меня полностью отбило желание заниматься музыкой, и я на нее забыл вообще на многие годы. При этом mm -hmm. я всегда ее слушал. То есть я всегда ходил в наушниках. И тут, год назад, когда началась пандемия... Что-то было какое-то настроение плохое, я что-то понимал, что какой-то звездец наступает, вообще непонятно, что будет завтра Я что-то начал копаться в себе, и я вдруг понял вообще просто, что у меня есть такой мощный и закрытый гештальт заниматься музыкой Вот, а мне вообще музыка часто снится, то есть я просыпаюсь среди ночи, и у меня музыка играет какая-то новая Да поскольку у меня нет навыка там, перевода этой музыки, которую я слышу, причем я ее слышу во всех аранжировках, в электронный вид, да. я пытаюсь там как-то на диктофон записать. Да, это очень важно, сразу на там, намычать что-то такое. Да, да, да. да. но ну, окей, я потом просыпаюсь, и я не ну, я вот эту вот мелодию, которую я там записал голосом, могу считать, да. а я не вспоминаю, какие там были аранжировки и все прочее. Mm. Но ну, окей, даже если бы я их вспомнил, что мне это даст, я не умею пользоваться программами. Вот, да, и, и приди ты, или пришли, это какой-нибудь продюсер, он скажет, здорово, что такое как с этим работать. Да, да, да. Вот, поэтому я скоро пойду на, в школу какую-нибудь, где буду учиться электронной музыке. Почему скоро? Потому что, это я так издалека зашел, да. я тут недавно был на вечеринке в Питере. Uh -huh. Классная вечеринка, Midnight Party называется. И ее организует моя знакомая девчонка. И она мне говорит, слушай, Стас, а может ты выступишь у нас с диджей-сетом? Я говорю, слушай, я ну, не умею вообще. Не парься, там все сделаем, все четко. Ты там будешь просто эффектики подкручивать, да. вот. А, ну, Шу -шу. Да, ну типа, да, типа так часто выступают какие-нибудь там известные. Я так дем... начинал. Вот, а, я такой, ну да, прикольно, мне интересно попробовать. А, а потом во мне возобладал мой перфекционист, а, я что-то такой, блин. Я хочу сам сводить, ну, хочу, угу. чтобы ну, было прям true. По-настоящему. По-настоящему, да? да. Я, значит, э, прихожу, пришел э, в пионер э, DJ School у -у -у. и говорю, «Ребят, у меня 15 мая DJ set, э, Можно меня научить, чтобы я до 15 мая научился прям сам сводить, чтобы я сам отыграл?» Они такие, «Говно вопрос». Да. Вот, и я сейчас э, хожу, у меня уже было пять занятий, э, и меня с первого занятия так вштырило, да. что я понял, что я после этого диджей-сета не закончу сто процентов. Mm -hmm. То есть я буду дальше что-то делать. И у них в этой школе, в том числе, есть курсы по написанию музыки. Я подумал: ну все, вот это типа я наконец-то переступил себя, потому что я давно пытался взять и засунуть в свою жопу какую-нибудь школу, начать заниматься музыкой. И вот я наконец-то этот первый шаг сделал, и я решил, что сейчас закончу вот этот курс диджей, а потом пойду на написание. Вменен, чувак. Смотри, а когда ты ты говорил, что я не не гештальт? Как ты вот представлял эстрадного себя? Как это выглядело? Расскажи. А... Костюм блески. Слушай, ну, ты меня сейчас ступор поставил. Нет, конечно, костюм блески я не представлял. Но мне все детство очень нравился Валерий Меладзе. Я представлял, что я буду что-нибудь такое петь, вот как Валерий Меладзе. В костюме. Круто стоять в костюме. Да. Особо не двигаясь, потому что У него одна рука двигается. Вот это вот. Прыгать это ну, не солидно. Нет, это ну, не конечно. лето, пусть, занимается, конечно. да? Ты стоишь в костюме, костюм поглажен, нечего портить работу. Прикольно, чувак, это очень круто. Не боишься, что потеряешь интерес ко всему остальному? Ну, блин, дурацкий вопрос я к тому, что у тебя есть, как бы, кормящая тебя деятельность. Ну, да, да я, я не намерен его заканчивать, да. но я просто понимаю, что а, эта деятельность, ну, вот эта фигня, ну, фигня нет, короче, вот этот мой образ и весь этот хайп, связанный с моим образом, он рано или поздно закончится. Да. Вот, а, несмотря на то, что, в принципе, этот образ у меня существует уже с 15 -го года и вроде как, типа, до сих пор не надоел, но я понимаю, что и, и, ну, еще, может, год максимум. Ты зря так думаешь. Почему? Смотри, а, я же уже стегозавр такой, да? из всего этого дерьма. Я думаю, что это за хвост там у тебя? Да. И я же тоже наблюдаю и, и, и за собой, и как, бы, и как все устроено. А на самом деле люди выгорают. Не образ заканчивается. Люди выгорают. Если а, есть такие сумасшедшие, которые вообще не кончаются. Вот они вот лупят и лупят одну ту же вещь. Да? Кто-то так может, кто-то не может. И вот люди, которые врываются в блогинг, особенно в юморной, вот они у них все, что было в жизни, они все там потратили за полтора года. А дальше там всякие рекламные интеграции, всякая фигня. А вот тут еще и появились деньги заниматься тем, что вчера всегда хотел. Короче, люди просто выгорают, и они просто кончаются. Я не думаю, что у образа есть какой-то стоп. Всегда можно его чуть-чуть перезабрести. Ты же можешь, как я, допустим, видишь, у меня усы, да, у меня скоро концерт или я, я готовлюсь. Ты же можешь запеть в конце концов в образе. Это тоже опция, например. Я уже. Да, а, ну да. Ну, то есть, вот, понимаешь, да, ты можешь с, с разным э, углом заходить, главное, чтобы ты сам не перегорел. Окей, да, я, наверное, немного слукавил. Э -э. Да. Ну, во-первых, <как> во он может надоесть в принципе, ну, согласись, что может быть и такое. Ну, я, я могу выгореть, выговорить, э, и при этом я могу надоесть аудитория. Аудитория же тоже взрослеет, и как mm -hmm. бы, ей становятся там с возрастом интересны другие вещи. Mm -hmm. тем, тем, чем они раньше интересовались, э, им может перестать э, быть интересным. Э, <как> я просто сам понимаю, да. Я немного, правда, слукавил, что э, это не совсем то, э, чем я хотел бы вообще дальше заниматься. Да. То есть это прикольно, э, прикольно зарабатывать на это деньги, я получаю удовольствие от всего этого, но я часто просыпаюсь с мыслью о том, что я э, зарабатываю <laughs> на жизнь тем, что надеваю парик на голову, и меня это как бы <laughs> немножко коробит. <laughs> Мое мужское самолюбие. Да, да, блин, я тебя только умоляю, чувак, не загоняйся. Это а работает я... и зашибись. А я не, а я не загоняю. Вообще мир странная херота вообще вот, вот, все что, все что творится, все странно. Так-то если подумать, да. Но если это работает, и людей это радует. Ну окей, да. Ну а я, я нет, я именно поэтому как бы продолжаю это делать без зазрения совести, просто я понимаю, что мне надо а, дифер, диверсифицироваться. Uh -huh. вот ты же как бы разными вещами занимаешься. Да. Вот и я тоже хочу э, пробовать себя в разных э, амплуа, в разных сферах. Ну а наверное, ты в этом смысле э, <laughs> тебя чуечка правильно ведет, потому что ты работаешь э, теперь уже, теперь уже ты и, и скоро будешь работать известным человеком. Да? Ты не просто вот чувак, который снимает смешные ролики А ты уже, поскольку, поскольку тебя много Тебя везде приглашают, тебя знают Тебя знают уже как а, личность, как персону да? И а, я как зритель И подписчики мои, и твои а, Мы все от всего быстро устаем да? И нам хочется Чтобы люди себя то, тоже развивались На самом деле Хоть мы и не любим перемен Но когда человек, на которого мы подписаны Нас удивляет мы такие. О, класс! Все, да-да-да! Когда mm -hmm. он на месте стоит, нас действительно это э, может э, оттолкнуть. Поэтому, ты, как известный человек, прикольно, что ты смотри, я вот музыкальный, я, да. Может, ты потом вспомнишь свою борьбу э, э, и будешь готовиться к матчу с Джиганом? Кто знает? Кто знает. Поэтому я часто, как мне кажется, вижу: знаешь, как люди совершают ошибку: они забивают на то, что их кормят. Да. Вот, допустим, mm. есть какой-нибудь музыкант, который начал со смешных песен, и он естественным образом взрослеет. Это нормально, это круто, и э, он берет и хочет реализовать то, что он всегда реализовал серьезно, в рамках своего смешного проекта. Все, все разваливается к чертям. Вместо того, чтобы открыть какую-то новую группу, да, или вообще инкогнито, и там, значит, сюда сублимировать все свое желание делать что-то прикольное, настоящее. Человек начинает рушить то, что его, значит, его кормит. Нет, ну это, это правильная мысль. Я с тобой согласен, потому что я сначала вообще прям жестко сопротивлялся, когда меня куда-нибудь приглашали угу, и, и просили с собой взять парики такой. Нет, никаких париков, типа угу. я приду так. А потом я подумал, ну блин, это правила игры, и как бы меня знают, мне да, мой агент сказал, ну тебя знают как Сантану. что ты сопротивляешься вообще, ну это, это вообще неправильно. Такая еще фигня, что очень редко удается хоть я у меня больше большие были предупреждения предубеждения насчет мужчин, которые надевают парик, да? это стало стало как бы уже некой как бы нормой интернета. ты должен надеть парик и развлекать, <свист> да? ну просто это погоди э... погоди 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 <свист> да да я тебя ничего не виню, uh -huh. а -а -а, но ты нашел вот ты нашел такую формулу, которая людей радует она реально радует людей и не факт, что закрыв это ты найдешь обязательно другую формулу такую же, да? Uh -huh. Поэтому если это работает, люди радуют, ну почему нет? Да от этого не надо вообще я часто об этом говорю. У нас есть почему-то как то вшитое в человека, знаешь, не любовь к тому, что нас сделала популярным. Я не знаю почему. Вот э, многие люди не там режиссеры не любят свой первый фильм, который сделал их э, там не знаю успешными. Музыканты не любят свой первый альбом, который все обожают, какой-нибудь свой старый хит и так далее. Безруков не любит э, бригаду. Вот тоже как бы это его право, конечно, но э, сколько людей э, как-то бы не знаю. У, у них теплые какие-то воспоминания о, о том времени, когда они смотрели первый раз ее. Да? То есть, ну, если что-то сработало, это надо принять просто. Да, но ну, слава богу, у меня нет а, какого-то негатива к Сантане, я ее люблю, окей, но. Чуть-чуть стараюсь немножко разграничивать да. себя. Мне знаешь, мне охота, я как бы к ней себя не то, что ревную, потому что все хотят видеть Сантану, а не Стаса. Да. Вот. И я пытаюсь себя как бы сейчас развивать еще и как ну как как, как Стаса Круглицкого. Да, да, да. Ну вот может диджей сеты как раз помогут но Ну тебе. Да, да, возможно. Они хотя бы тебя успокоит. Типа вот я, вот он я, я, я Стас. Угу. Пока не будет такого, а не можете вы на диджей сет взять? Зато ты можешь абсолютно Чувак, так, просто подсказка. Одно время было очень популярно, было странное время в России, когда значит, были девочки, диджеи, которые топлис играли Да? Да, было такое. Да, было же такое. Было-было, чувак. Ты можешь играть как девочки диджей Топлес. И прикинь, абсолютно все легально. Блять. Очень плохо. Можно я тебя спрошу вообще не в тему? Нет. Блин. Черт, да ладно, ладно. Блин, ну пожалуйста, спрашивай. Короче, знаешь, я о чем думал? Есть, допустим, UFC и MMA. И там, значит, выходят чуваки. И UFC это лига, а MMA это вид спорта. А микс Martial Arts... Это вид спорта. Вид спорта, да, когда нет какого-то определенного правила. Да, да. UFC это лига в, в, в которой дерутся по правилам ММА. Во-во-во-во. Да, все, все, все верно. Угу. Да, да, да. да. А, окей, есть UFC угу. и вообще есть ММА. Угу. Почему там нельзя бить по яйцам? Вот просто мне, блядь, объясните. Простите, что я матерюсь, я, 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 я обещал с этим маме, что буду меньше материться, потому что это а, больно. А в голову не больно, нет? Там мозг вообще-то. Почему, Ира, привет, здоровались, пожалуйста, с ними. Привет. Ты можешь... Вот, Может нам интернет или ты ответить, почему в ММА нельзя бить ниже пояса? Я просто не понимаю этого. Если ты у, у, как бы дотянулся первым, да, до пениса соперника, или там до вагины, это, не знаю, да, до вульвы, да, чтобы не так было вульгарно, и ты первое это сделал, тебе некомфортно от этих да, разговоров? Все не, нормально, нормально, нормально. И он скрючился... Это чем отличается от того, что ты первым дотянулся до его носа и вообще ему больно сделал? Так вот я не понимаю этого. Ну может э, можно потерять потомство, например, не знаю там прикинь. А сказать, можно если... вообще-то быть тупым остаться до конца жизни, если очень сильно получить по голове, тебе не кажется? Мне кажется надо сильн, ну мне кажется проще гораздо оставить без потомства человека, ударив ногой по яйцам, чем так ударить по голове, чтобы он остался без мозгов не знаю, люди некоторые умирают, да, же от удара в голову. Ну, знаешь, такой философский вопрос ты задал. Потому что это вот идеальный вид спорта. Понимаешь, да? Ты смотришь, допустим, какой-нибудь футбол или баскетбол, он меня трогнул, и что? Да, а тут вот прямо вот, как сказать, все идеально, кроме одного. Почему нельзя бить ниже пояса? Я просто не понимаю. Что-нибудь... Есть на этот счет. Комментарии какие-то, Ира? Тут нет прям правил, но есть всякие статьи, типа самый зрелищный удар в пах в М М А то есть можно? Ну, видимо, не знаю, может нельзя. в смысле, они же попадают случайно, там же... Погоди, а можно или вообще, может быть, можно? Но они просто сразу не могут продолжать дальше поединок, как боли написано. Поэтому, типа, А, ну да, кстати, это логично, прикинь, но ты же получал появиться, наверняка. Это называется технический нокаут. Ты не можешь продолжать бой. Я тебя ударил. да конечно, нет, ну а. Ну хорошо, Может, тогда зрелищность тогда тогда -то теряется, понимаешь? Вот представляешь, вышли, а, там пришло 20 тысяч зрителей, чуваки, короче, сразу получили по яйцам, сразу лежат, и все ждут, пока они там оклемаются. Есть лоу и часто бьют лоу по внутренней поверхности бедра, но там очень просто попасть вообще по яйцам. Я вообще не понимаю, как они это делают. На тренировках отрабатывают лукики, но ну, прикинь, mm -hmm. вот они бьют вот сюда. Вот сюда, со всей дури. А, бьют... в нижнюю, а в да, внутреннюю поверхность. Внутренняя. поверхность а. бедра, да. Там вообще рядом, очень сильно рядом. Тут вот я нашла правило есть, да, что запрещены любые виды атак паховой области. Бред! Должно быть <laughs> разрешено. Тут много всего, кстати. А что еще Нельзя по затылку, позвоночник по, Нельзя, нельзя, острием... нельзя лежачего бить. Ну, ногами, в смысле, Н ногами нельзя лежачего бить. А. То есть, да, ты, если, если человек упал, то ты его можешь только руками забивать. По голове. По голове в том числе, да? Угу. А ты не, не интересуешься, да? Я Боя. стал интересоваться капец. Я не знаю, что со мной. Причем я знаю, что, допустим, если у меня было бы желание по этим, то есть я сразу проиграю. То есть, поздновато начинать. Поздновато. Человек, который занимался в детстве, там, скажем, боксом, он мне будет над... 50 метров, килограмм легче, он меня все равно выиграет, да. Я не знаю, я стал дико интересоваться ММА, да, и боксом и так далее, не знаю, почему так. Ну, то есть ты вообще не занимаешься этим, ну, то есть даже mm -hmm. боксом даже чуть-чуть. Я начал, и у меня тоже ударки вообще нету никакой. Да. А, а что-то недавно я такой подумал, блин, я хочу поставить удар, я хочу... Понимать, что вот если вдруг чего, то я хотя бы, ну, вот могу человека там правильно ударить. Да. Потому что у меня была ситуация в 2012 году, я последний раз дрался на улице. Ты хорошо помнишь даты. А потому что это была последняя драта, драка. Это была последняя драка в моей жизни. Слава богу, надеюсь, больше не будет. Вот. И я четко человеку в челюсть ударил. Я думал, что он сейчас упадет. А он такой: как будто бы я его не ударил. Он такой стоял подальше. Черт. Да, было неудобно. И чем закончилась драка? Он убежал, потом... Он все-таки убежал? Да, он убежал, потом снова пришел. И потом мы вышли на улицу, и там как бы я понял, что моя ударная техника нулевая. А я же борьбой занимаюсь давно. И как бы я прошел ему в ноги, повалил на землю и победил уже так. Как Хабиб. Как Хабиб, да. Блин, а я знаешь, что думаю? Конечно, я хочу научиться бить. Но больше всего я хочу научиться уворачиваться. Вот где. вот. А, так все теперь, же от защиты. Тебе нужно. надо бегом заниматься. Не-не-не-не-не. Когда у нас корпусом наклоняется, ага. оп, оп, оп. Вот это же надо от защиты. Потому что а, а, как только ты получаешь по башке в, в поединке, ты начинаешь сразу, ну, твой КПД падает. Угу. Ты начинаешь бояться, зажиматься, да. До первого уже попадания. Да. Я не хочу научиться драться, я хочу выворачиваться. Для начала, да, потому что я очень боюсь удара. А это плохо. Если я понимаю, что я в поединке могу, хотя бы у меня есть какие-то шансы. Хотя бы 50 на 50 увернуться потому что я отрабатывал. Мне уже как-то проще заходить в поединок. Но при этом ты не будешь бить человека. Ты такой уворачиваешься. Я его просто измотаю. Он говорит: да хватит уже! Бесит! Хочу подраться. Монастырь уйдет на следующий день. на чем ты сейчас залипаешь, прям вообще? вот Прям залипаешь. Вот сейчас я залипаю последние две недели на дидженьги. Mm. Вот я, я купил себе диджей установку. Да. Я все не знаю, как это правильно называется. Диджей вот этот пульт. Контроллер такой, да? Контроллер, да. Какой-нибудь э, серата поставил себе на ноутбук ты? Нет, бокс. Э, не знаю, что такое. Ну, короче, вот мне в пианино. Пионерстве... а ты, ты, а ты купил настоящие диджейские эти вертушки, да? Да, да, да. Не а, не контроллеры вот эти вот, которые как мышка управляют программой диджейской. Не, есть, конечно, виртуальный софт. Не 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 я, я купил вот этот контроллер, там где там две вертушки, не да. виниловые, а просто обычные да, вертушки, да. да, да. да. И э, ты ставишь флешку или подключаешь с компьютера. Да. Э, и сводишь треки прямо там. Все То есть все. Там да. весь функционал вот самого топового оборудования, которое вот ставится в клубах, вот я такой купил. И я прям залипаю по несколько часов сейчас дома вот на этом просто свожу треки, мне очень нравится. Найс. Кайф. И смотришь видосы, соответственно. Да. 10 правил, как правильно сводить треки. Да. и Лучшее и... сведение треков за 2020 год. Да, кстати, вот такая тема реально интересна. Ты вот начинаешь чем-то интересоваться, и у тебя весь YouTube, короче, вот в этой фигне, у тебя рекомендации новые. Это ты... называется кроличья нора. Ты как какую-то тему для себя открыл, ныряешь, и ёп твой... Извиняюсь, опять смотрелся. Охренеть. Да, ну, что а, а ты на чем залипаешь? Я сейчас без конца смотрю всякие бои. Я не знаю, что со мной. Просто. Мне просто интересно, да? А, Причем я всегда смотрю на. Я об этом постоянно говорю в подкасте. На, я смотрю на то, как справляются люди с, про, с, с проигрышем. Да. И я сейчас открыл для себя чувака, который невероятно крутой, хоть он и бесит меня, потому что напоминает меня в своем нарциссизме. Но он э, очень талантливый интернет-журналист. Его зовут Джонни. Сейчас тебе скажу. Это очень важно. Ты меня спросил. И я хочу ответить на это. Его зовут Джонни. Э -э, Господи боже мой, сейчас. Он скажу. Э -э, журналист из мира вот, э -э, ММА. Нет, не, 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 не. Он, а, он делает классные короткие сюжеты. Он чем-то напоминает Яна Топлиса по подходу, да, то есть западный чувак. у не очень взрослый язык и очень сжато. А, он объясняет, почему Россия такая большая. Какого хрена, она, как она стала такой большой? Мне стыдно было, что я сразу не знаю ответ на это. Я такой, узнаю-ка я у американца, понимаешь? Но очень. Мне нравится язык его, он очень здорово умеет сжато формулировать. Я не у меня нет такого скилла. я просто думаю, как ты гад это делаешь сейчас тебе. Скажу. Джонни Харрис. Вот это... Джонни Харрис. Uh -huh. Джонни Харрис, спасибо. А ты откуда знаешь? Потому что ты мне рассказывал о нем, я запомнил. Да. И чувак, я не знаю в чем дело, я без конца смотрю все материалы про чужих. Я слушаю уже 4 часа на. Чужие это между пришельцами? Да, да, да. Я посмотрел, все. А, объяснение, я посмотрел даже, а какие бывают ксеноморфы в комиксах. Есть комикс «Бэтмен против чужих», и там с Бэтменом сражается крокодил, который, вернее, чужой, который вылупился из крокодила, и теперь получужой, полукрокодил. Нахера я это знаю? Я слушаю... А, а у тебя хотя бы откладывается, нет, вот это, то, что ты смотришь? Да, я все это помню. Я да? все это помню прекрасно. Ну, знаю, это я, ты всегда говоришь, что у тебя память очень плохая. Память плохая. Но она у меня избирательна. То есть если есть вещи, которые в сфере, э, вернее, информация в, в, в моем интересе, в моем мире, она у меня прямо откладывается. Если что-то, типа, просто информация, я и питаюсь, но потом она как-то растворяется где-то. Я слушаю аудиокнигу, которая была написана по игре. Чужая, чужая изоляция. И это очень интересно. Так подожди, а он про он про чужих говорит э, как, э, как персонаж, или он говорит. Кто он? Джо, yeah, нет, это, это другое. Это другое. У меня параллельно идут две, две вещи. Значит, я увлекся чуваком Джонни Харрисон, который очень здорово излагает, классное, монтирует потрясающие сюжеты. подпишись на него, посмотрите. И параллельно с этим я изучаю все про вселенную чужие. Не знаю зачем. И играю в чужие изоляции на Nintendo Switch. Без конца. А, -а, а помогите <свист> А что, это же круто, это круто. Да. Ну вот я... Знаешь, муж, мужики никогда не, не вырастают. Мне кажется... Да, это, это скучно просто быть таким вот мужиком таким да, серьезным. Да, да. да, че, да, че, да. Че, че, боев, ну. Может, в сауну пойдем? <свист> <нет, как. свист> ну там, что там? Что за А есть такие, да? Вот я очень боюсь Причем, таким причем а -а, <свист> меня очень забавляет... <свист> есть, короче, пацаны... Да. Которые вот, а! А! вот только они становятся совершеннолетними, а они уже стараются пипец, как быть похожими вот на таких вот э, мужиков. <сёк> Ты никогда не наблюдал? Вот есть пацаны, вот они только школу закончили, а они уже типа мужичатся вот это. Ну, да. а? зд здорово, братан. Здорово, да. да. Что? Мужики пойдут. Да, конечно, мужики, здорово, да. <сёк> 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 когда? <сёк> Ты когда последний раз говорил мужики? Это так тупо! Мужики, ну. А, я хожу, я хожу, я хожу э, в клуб э, заниматься голос джим с мужиками. Во. К мужикам. Чувак, там гнездо мужиков. там выращивают ксеноморфы такие, знаешь, мужичковые. Так это больше похоже на хоспис. Потому что как будто, ну, это один из первых сетевых, которые открылись, там 20 лет уже он работает по-моему. А может, человек не узнает. Ну, короче. И, и там средний возраст где-то около 60. И вот там и вот, ты, ты, просто... Вот, там -то царство серьезных мужиков. Они всегда в сауне сидят. Ты пришел, они в сауне. Уходишь, они все еще в сауне. Слушай, а ты в зеркало смотришься, когда занимаешься? Нет, я после я Слушай, это удивительная штука. Я в качалку не хожу, но сколько раз я там был, все мужики просто стоят перед зеркалом и смотрят на себя. И ты замечал, что всем очень нравится то, что они видят. Конечно. Неважно, что там отражается. Все-таки кому-то повезет с этим. Ты не ходишь в качалку, нет? Слушай, я вообще не кайфую, ну то есть мне очень, короче, я не знаю, я вот мне мне скучно, вот я вот вот так вот поднимаю что-то и я понимаю, блин, как когда это закончится, мне я не знаю, мне нравится заниматься теми видами спорта, занимаясь которыми я не чувствую, что я занимаюсь спортом, ну то есть меня увлек, когда есть какое-то увлечение, когда появляется какой-то азарт, тогда мне нравится футбол, так получилось с футболом, вот я обожаю играть в футбол, хоть редко это делаю, борьба ну, вот, наверное, два основных вида спорта, которыми. А, ну теннис мне еще большой тоже очень нравится, но тоже редким занимаюсь. Вот просто вот я прихожу, и все, я увлекаюсь. Тебе и... надо качаться на перегонки. Кто быстрее? Тогда так, о, как интересно! Блин, вообще не могу. Много раз заставлял себя ходить в качалку. И что-то, короче, вообще не мое, не получается. Ну, потом, блин, надо же получать удовольствие от всего, что ты делаешь. Только так. Только так. Вот сегодня мы обсуждали с моим полузнакомым там там просто в этом клубе есть э, зал где можно в баскетбол поиграть где русский язык язык русский. почему вышел просто из меня мы вот эти вот вот этот хоспис туда и ходит кстати всем привет всех люблю я шучу да если что и они ходят знаешь приходят играть баскетбол и все время ругаются без конца я Каждый раз, чуть-чуть, когда с ними поиграю, разлюблю вообще и баскетбол, и жизнь. Они не получают этого удовольствия. Да какая нахрен разница? Ну, ушел мяч в аут. Конец жизни. Вот когда человек, который чем-то занимается, видно, что он кайфует, есть такие игроки. Не знаю, ты баскетболом следишь? Нет. Да? Хорошо, есть, допустим, Дончич. Да, а, такой новый, новый чувак. Он все время улыбается, все время ржет. Есть Стефан Карри. Который всегда улыбается. И, и тот, и другой невероятные мастера. И смотреть на это еще круче, когда человек реально прется, а не такой, типа, все, все серьезно, это спорт. Вот. Поэтому я согласен с тобой. Если что-то не радует, нахрен надо. Вот Мне, кстати, в этом смысле Хабиб разочаровал я раньше. Я что? Ну, я давно слежу за ММА. Сейчас, кстати, гораздо в меньшей степени. Я раньше прям очень интересовался, сейчас что-то подзабил немного. И я начал за Хабибом следить с его а, второго или третьего боя в UFC, когда он еще был никому неизвестен. И я начал смотреть а, YouTube дневники они там снимали, там, на телефон просто, как он там пребывает в Америке, там, перебивается с воды на хлеб. то есть, ну, то есть, вообще супер простой пацан, который приехал из Дагестана в Америку в лучшую лигу ММА, и вот там вот, типа, как они там живут, как они тренируются и так далее. И он везде такой веселый, шутит, такой вот легкий. Да. Я такой, о, нифига, какой прикольный чувак. Да. А потом он стал такой серьезный, вот брови нахмуренные, вечно там что-то кого-то учит, чего-то, чему-то. Блин, я так разочаровался в этом. М -м, при том, что так или иначе, из-за того, что я тоже смотрю без конца эти бои, Всплывают видео с Хабибом. Он иногда вот реально веселый. Да, где-то он кого-то рассмешил. Но в целом, я согласен, он какой-то минорный стал. Во-первых, может быть, связано с тем, что у него отец умер. Ну, нет, я заметил это еще года, наверное, три назад. Вот я два-три года от него отписался, потому что у меня уже вот как-то вот этот посыл его негативный, что-то перестало радовать. Вот. Поэтому надо только кайфовать. Жизнь одна. Откуда ты знаешь? Блин, подловил. Подловил. Если вы знаете, что жизнь не одна, напишите в комментариях. И самое главное, доказательства. Слушай, а это ваши маскоты, что это такое? Это вот это вот. Уберем пока, начнем с этого. Это Флэт Эрик. Это персонаж клипа от мистера Оизо. Уазо, если по-французски. Я говорю Оизо, мне так проще. Называется Флэт Бит, значит, клип. И там такой чувак сидел с телефоном. И это один из первых вирусных смешных клипов вообще. В интернете. В, жи в мире. Mm -hmm. Да, типа того. Вот такой, который на современном языке снят. Квентин Дюпье мне нравится тем, что это музыкант, который написал музыку, придумал клип. А, мне нравится тем, что он, у него абсолютно свой язык. Это так круто. Это так круто, когда у тебя есть свой язык. Ты можешь, не, ты можешь только пародировать его. Он первый был. И в том, как он снимает, и в том, как он пишет музыку. Вот и очень он мне нравится, классный мужик с бородой такой. Вот и, а, и я на него подписан на этого Квентина Дюпье, и он как-то в Твиттере пишет: вот у нас лимитированная коллекция, значит, Флэт Эрик с сыном. А я у меня сын есть, я такой: надо заказывать? Это я сыном. с сыном. А тебе легко вообще продать что-то? Спроси Иру, сколько я дерьма прошу ее помочь мне заказать. Чувак! Он, я тебе сейчас покажу свои закладки в Инстаграме. Если есть интернет-магазин, он у меня в закладках. Я какую-то чепуху постоянно введусь на нее. Мне прям легко втюхать. А ты тебе? Ну нет. Нет, я нет. очень импульсный покупатель. Вот, и, Не Но. Знаю, мне, мне нравятся всякие безделушки. Вот знаешь, которые, вот, типа: когда ты заказываешь, человек, который тебя знает, скажет: за, -за хера! Вот это мой стиль. А, слушай, а вот ты, ты вот много чем интересуешься, а ты быстро перегораешь. Вот у тебя бывает такое, что херак такой начал интересоваться все весь YouTube в этих рекомендациях, а потом бац, на следующий день тебе уже не интересно? Нет, так не бывает. Я все-таки, знаешь, мне нужно понять. У меня я э, информацию изучаю, не знаю, как у тебя сейчас поговорим по, по двум причинам. Первая причина мне реально интересно. Допустим, вот NFT появился, я такой, о это что-то интересное. Я хочу об этом знать все. Я прям нырнул туда. Даже подкаст про это сделал. Да, а тебе легко. Что-то интересно, тебе надо просто пригласить человека, и так <сёк> тебе все объяснит. Не, а вот когда Иван к ним, ко мне пришел, это уже я, скорее, знаешь, подводил итоги. А -а -а -а. Потому что я хоть У -у -у. и спрашивал ее базовые вопросы, я уже, в принципе, уже много чего понимал. Я так понимаю, что сегодня ты хочешь узнать все о вайнах, правильно? <сёк> <сёк> Нет, чувак, виды париков, где брать? <сёк> <сёк> где искусственный волос? <сёк> <сёк> где... <сёк> и вторая штука, когда я что-то изучаю от того, что мне страшно. Я, как и любой человек, боюсь нового. Ненавижу новое. При этом я понимаю, что только новое и все, и движет вперед. И если кто-то новый появился, или что-то новое появилось, первая реакция а потом я так: Я ведь боюсь, потому что я не понимаю ни хера. И я хочу понять. И как только я понял, у меня страх в любовь перевоплощается. А, я понял, все, все, все. Не враг больше люблю. Ну ты, у тебя пытливый ум. Да, я такой. Блин, вот ты, меня, я немного не такой. Я, я знаю, что NFC — это какая-то прикольная штука. NFT. NFT, NFT, да. <laughs> То есть, вот, и что-то я начал интересоваться. Вот он такой, блин, что-то как-то сложно Не, я думаю, мне кажется, что мы, ты я, мы работаем часть своего времени известными мордами. Да? Я тоже подписан на известные морды, мне просто нравится и узнавать. Даже в нашей природе такое. И надо быть все-таки в курсе того, что в мире происходит. Ну да. Потому что вот знаешь, грустно бывает, когда известный человек не втыкает, что в мире происходит. Ты думаешь, Эй, ты чего? Просто надо хотя бы понимать. Не обязательно в этом окунаться. Я помню, у меня была такая. У меня случилась депр депрессия однажды да. Да, <с> на примерно на месяц, когда вот я не помню там года три назад, а, биткоин просто вот а, помнишь бум был биткоина, да. он начал расти просто неимоверно в цене и я вспоминаю мне такой флешбэк а, в 2011 год, а, когда я значит а, прихожу к своему другу домой. В Питере. И, значит, и он что-то мы проходим по квартире, и там одна комната закрыта, и, Типа, он говорит: там дядя, короче, манит, не будем заходить. Я говорю, что делает, да, манит э, биткоины. Я говорю, в смысле, что это такое? Ну, это такая, типа, криптовалюта, какая-то новая тема, такая перспективная. Кстати, не хочешь купить? Она там типа стоит там несколько центов. Я говорю, не нахер. Нахер мне это надо. Несколько центов. Ты представляешь? Капец. Купе, тогда, ну, там, не знаю, на биткоинов? Да просто кури папиросы вообще до конца своих дней. Охренеть. Да. Я реально, у меня реально, я, я не шучу, я, я месяц об этом думал. Так херово было. С другой стороны, а, я тоже размышлял. Не, не теряю ли я себя по дороге? То есть есть такая формула. Если ты чем-то занимаешься, хоть чем, и ты в этом хорош, то тебя ждут и успех, и деньги. Так или иначе. Это, ну, математически вот так вот. Если ты в чем-то реально хорош, mm -hmm. то шансы на то, что ты будешь на этом зарабатывать, все mm -hmm. у тебя будет замечательно, mm -hmm. очень велики. И э, то, что я вот кидаешься сначала в одно, потом в другое, да? Я кидаюсь в это не с целью заработать, а просто понять. что я понимаю, что я не заработаю ни на биткоине, ни на NFT, ни на чем не заработаю. Мне просто интересно, как это устроено. И э, просто как вот. Я стараюсь просто не потерять себя по дороге, понимаешь, да? То есть не, не набрас, я не занимаюсь этим, я просто хочу знать, как это нахрен работает, как что устроено. Вот. У меня к тебе вопрос. Если что-то происходит в твоей жизни, да, какая-то фигня, ты сначала винишь себя или обстоятельства? Ну, знаешь... Мне кажется, это зависит от момента. Бывает такое, что ты сначала винишь, конечно, обстоятельства. Я могу сказать, что я такой всегда виню себя, потому что я понимаю, я во всем виноват. Это типа я это результат моих каждодневных ежедневно принятых решений. Ну, бывают какие-то импульсивные моменты, когда ты такой, блядь, что такое. Но потом, например, разбираешь эту ситуацию и понимаешь, что ты виноват. Да. Но Д первая, первая реакция: пролил кофе. Пролил кофе. и Ну, я, я долбоеб. Да? Тебе не было такого? То есть ты... Короче, я однажды заметил, что я всегда виню кого-то другого. Прикинь? И это было очень тревожно. Я помню, как ты говорил, по-моему, это где-то в подкасте. Да-да-да, я одно и то же говорю здесь. Ребят, если вы не пропустите в моей жизни ничего, я скажу вам 30 раз. Вот. Я просто чего, почему спросил. Я играл, значит, в карты с ребенком с моей девушкой и, и я что-то понимаю, что я злюсь, и я прям злюсь, при том что потому что чу... проигрываешь да, потому что я проигрываю и проигрывал я очень серьезно, да я злюсь, при том что если я играю в баскетбол, я проигрываю мне по барабану вообще или там я зашел в какой-нибудь не знаю там нибудь шоу, да я там проигрываю вообще мне да я разбирал, и я вдруг понял, что а, когда в картах же очень важна удача. И когда везет не тебе, а другому, это злит. Слушай, ну а почему ты думаешь, что в картах важна удача? Ну, в тех была. Это такие детские там. это этой карты без правил. Конечно, нет. Вот, это не так детская игра какая-то, типа там, типа ты высовываешь и типа какая там карта окажется э, там, та и больше. И, ну, есть... а, чтобы чтобы дети, чтобы детям было проще ну, играть. Я не понял, она не была не очень. Это, сложной. это была игра пьяницы, видимо. Это игра называется мяу мяу что-то типа так, вот, кошки мышки что то такое. Вот она в целом интересна, но там очень большую роль играет удача, ну как всегда в картах. Все равно ты же что-то взял из колоды, да? И я вдруг понял, что когда я проигрываю, но я сделал все, что мог, меня это не обижает. А когда я проигрываю, потому что мне просто не везет, это меня злит. Мне, у меня, кстати, такого нет. Я как-то вообще спокойно отношусь. Мне вообще, знаешь, в последнее время мне... Многие люди об этом говорят, что я безэмоциональный. То есть... Мне вообще сложно удивить. Я, кстати, сам это замечаю. У меня пропало какое-то... Искренне, не знаю, я не знаю, пропали какие-то искренние эмоции. Вот я раньше выезжал за границу, mm -hmm. я приезжал за границу, такой, блядь, другой воздух, другая страна, все чисто, аккуратно, классно, такой. Кайф. Mm -hmm. А потом как-то вот это прям очень резко произошло. Я как-то другой год приехал и такой, нормально, ну прикольно, да. Италия. Классно. У меня, бо... у меня моя... вот это, это... Знаешь, как угу. раньше ты Новый год встречал, у тебя было такое вот какое-то предчувствие классное детское. Да. А сейчас как бы тебе пофиг. Вот так же. вот. Меня сейчас, мне сейчас реально сложно удивить, чем Почему так? Я не знаю. И, и это какие-то, мне кажется, связано с какими-то, может быть, психологическими проблемами. Хотя, в принципе, я не чувствую психологических проблем. Да. И я не могу расслабляться. Вот, в Последнее время я понял, что я, я какой-то фрик-контрол, мне надо все контролировать всегда. да. Я, не, я вот с пацанами встречаюсь. С мужиками, надо... с, мужиками. Ну, с мужиками. С мужиками. С мужиками, Мне надо две кружки пива выпить, чтобы я расслабился и начал с ними нормально шутить туда все. Потому что до этого я все время думаю о том, что там о незавершенных делах, о каких-то проблемах, там, еще о чем-то. Добро пожаловать в блогерство. Ты работаешь блогером 24 часа в сутки, даже когда спишь, да? Какие-то задачи, какие-то письма, что-то тебя хотят, да? И это взвинчивает голову, будь здоров. Это правда. Но, кстати, я тоже думал, что я сейчас э, работаю, мне кажется, больше, чем когда-либо работал. Mm -hmm. Но, блин, э, я все равно так кайфую от этого, это так классно. И при этом, блин, я умудряюсь иногда в некоторые моменты начать ныть, ну, сам, mm -hmm. сам себе ною. Блин, что тут, блин, так не хочется сценарий писать. Достали эти сценарии. А потом я думаю... Ты за это Ты получишь че? столько а Ой, да. да, да, да. Да. Блядь, вот это вот реально человек, такое существо странное. Угу. Я вот переехал в новую красивую квартиру, смотрю... Э, на я даже сити. уже знаешь, где ты живешь, чувак. Да. да. А мы с тобой соседи практически. Ты прес... Я могу сказать, что ты живешь в пресне... В прес... Ну, в... Я, да, прес... мне кажется, так в прес... понятно. В, пресни в пресни сити, сити, да. да. Мы да. с тобой соседи. Да, ты на баррикадной где-то живешь. Прямо у... у зоопарка. Вот. Да, да. и... И да, и то есть и все классно, и ты как бы умудряешься все равно ныть сам себе. Потому что это усталость. Я вот э, уже твой коллега, да? Uh -huh. И когда постоянно без конца задачи, ты вдруг понимаешь, что нет дедлайна. Никакого. Ты все время работаешь. Всегда. При том, что это достаточно непыльная работа, за нее здорово платят, ты э, там тешишь самолюбие. Все класс, все, все, все как бы квадратики за, зачеркнуты. Но из-за того, что это постоянно нон-стопом наверное, вот это все и притупляется. И радость притупляется от всего. И уже не понимаешь уже где-то что ты. Да. Отдыхать надо. Ты отдыхаешь? Вот, знаешь, я не... Прямо по-настоящему отдыхать. Вот, да. По-настоящему я не отдыхал уже года-два. Ну вот, когда я последний раз ездил на Бале в летом 2019 года, вот там вот я отдохнул, ну, как следует. А потом 2020 год, ну, я отдыхался в Тавкаре. Да. Вот, в этом году тоже еще никуда не ездил Мне, я прям чувствую У меня очень жесткая потребность Уехать куда-нибудь и челануть Просто 2-3 недели Надо, надо. иначе кукушечка уедет Да, но при этом я, конечно, отдыхаю Там, не знаю, вот новогодние праздники но Я тоже провел их дома в Сыктывкаре Мне классно проводить время с семьей Но я вот до конца все равно не отдыхаю ну, mm -hmm. Потому что ты в задачах да, и, мне, и мне, хочется, мне хочется море, солнце, тепла, вот этого всего. Чувак, надо, надо. Туз. Угу. И главное отключить нахер телефон. В этой профессии, у блогерского, я постоянно об этом размышляю, у нее есть проблема. Ты постоянно тебе кажется, что ты что-то не доделал. Ты не взял максимум. Ты не, вот, вот на это предложение: еще надо успеть сделать. А еще три письма за пришло надо еще на, обязательно это все сделать. Ты как бы хочешь заработать все, все деньги. И это потом губит. Но, знаешь, я как-то для себя принял решение, когда вот у меня стартанул да. э, мой этот э, блог год назад и я, короче, принял решение, что я буду делать э, одну интеграцию в неделю. Потому что если я не буду отказывать, у нас будет каждый день интеграции, Потому да. что сейчас, слава богу, э, очень большой поток. Да. Вот, и э, э, я понимаю, что всех денег мира не заработать, поэтому делаю в комфортном для себя режиме одну интеграцию в неделю. Ну, нормал. Mm -hmm. Все-таки ты думаешь о своем э, сам, э, mm -hmm. самочувствии. Ну и будет отписываться. Слушай, я понял, что я не закончил мысль про то, что я всем интересуюсь на свете, да? И почему я понимаю, что, очень, очень, как бы, от, с одной стороны, важно понимать, в каком мире ты живешь, с другой стороны, все-таки заниматься одним делом, а не пятиюстью, да? А, в, в, у меня новый герой есть, диджей Иманбек. А, знаешь? Блин, это, это такой крутой кейс. Вот этот чувак вот, точно себя не потерял по дороге. Его, да, вот, э, его не изменил Грэмми никак. Ты видел, он даже прическу не поменял. Не то, чтобы у него плохая прическа, да? То есть он не, не начал искать какого-то нового себя. Ходит в этих спортивных костюмчиках на расслабовом. чувак, просто герой. Слушай, знаешь, что меня э, больше всего повеселило? Что да. с первых бабок э, с роялти, которые он получил за эту песню, так. он себе купил белую приору. Крутой! Скажи крутой. Да, и он так ей гордится, он во всех интервью про него говорит. Ты он говорит, его в Инстаграме, блядь, это так охеренно. Блин, э -э вот чек не себя не потерял, понимаешь? Да. Я просто... Э -э меня очень уважают, э восхищают люди, которые не э знают, кто они. что у меня есть проблема такая. Я только не, как бы в районе 30 начал спрашивать, а кто я такой? какое какое мое ядро, а есть люди, которые вот, вот они уже какие-то вот уже готовые, с, не знаю, с, с этого с с лет они уже готовы. они уже знают, что их, что не их, uh -huh. да, их не меняет там ус, успех, их не меняет обстоятельства, их не меняет люди, с которыми не разговаривают. У меня было такое, у нет такого, что, допустим, с одним человеком ты такой, а с другим другой. Я когда это как бы обнаружил в себе, мне это так расстроило. И когда я вижу, когда ч, ч, есть люди, которые это часто всего рэперы какие-нибудь тогда, а, потому что они очень а, такие из них торчит, короче. Их, их личность из них торчит. Что они, даже если говорят с чиновником каким-нибудь, они все равно они. Я думаю, блин, круто! Я так не умею. Потому что у меня с одними людьми взаискивание включается, с другими я такой классный, уверенный. У тебя нет такого? Ты плюс-минус одинаковый Не, ну ты, нет, по-любому ты как-то все равно подстраиваешься под людей. Но ты же не можешь, ну не знаю, я не могу с а, какой-нибудь бабушкой да, разговаривать, как со своим другом. Я, нет, это это разумеется. Ты все равно отдаешь отчет, с кем-то разговариваешь и как бы ты более-менее на его волну рас, настраиваешь. Но когда ты вообще меняешься в корне? Ну не, наверное, нет такого вот, у меня нет. Я где-то в районе 30 это понял и начал себя искать. И поэтому я прям вообще вот когда я вижу вот Имамбека да, Иманбек, Иман, И, Иманбек, Иманбек, который не позволил обстоятельствам себя поменять. Он не начал там волосы красить, начал вдруг такой какой-то стиль свой искать. Он он это он, это очень круто. Ну, я вот кстати, сейчас начал э, свой стиль искать. Я сейчас выгляжу немножко по-другому. Раньше я работал в офисе и ходил в рубашечке, запаралленную в брючке, в ботиночках аккуратненьких, сверху. И как только я поменял род деятельности, переехал в Москву в 2016, м все, я сразу надел футболки, спортивные штаны, ну короче, а Сейчас мне хочется еще быть моднее. Но ты-то ты ты уже модный. Ну так, ну, я устал ну, от моды. Да? Серьезно? Наигрался. Я тебе серьезно говорю. Два, прошлый год полностью поменял мое отношение к моде. Слушай, Вообще. но я, я не хочу прямо вот так, как ты, прям, ну, ультра, вот, прям, да. совсем туда уходить. Но я хочу... Э -э я хочу научиться выглядеть классно, чтобы... Угу. Ну, я не знаю, вот я смотрю на Бекхэма, вот... Он, у него там футболка просто, какие-то джинсы, ну, блин, стильно выглядит. Вот я хочу научиться делать так же. Да, у тебя получится. Но я надеюсь, что получится. А мне что... нравится твой стилек. Да? Спасибо. Да, он, ты такой на, на спортике всегда, да? Вот а, а, в этом и проблема, что я сейчас все дам на спортике, и когда надо пойти на какое-нибудь мероприятие, мне надеть нечего. Угу. Надо с кем-то кем работать, надо срезать да. углы. Да. Ты, да. Сам, ты можешь это делать, но слишком большой ты будешь... Где круг делать, да? Мне кажется, нужно э, каких-то стилистов, чьей-то чьей чьей помощью помощью да. Ну и хочется самому тоже научиться этому. Ну, ну лучше... ты должен в разговоре ну, понимать, да, да. почему это, да. почему так, да. Слушай, а вот ты э, говоришь про э, про самоопределение, так что ты говорил. Да. А ты очень часто говоришь, я знаю, что тебе очень сложно объяснить, чем ты занимаешься в да, жизни. Да. Да. А ты сам себя э, кем идентифицируешь? Вот я, например, могу сказать, что я блогер. А ты кто? Я тоже блогер теперь. Я блогер. А, я одно время всем говорил, что я комик. Потому что я себя таким чувствовал. Сейчас, а, при том, что я не стал меньше любить смешное и не стал меньше любить шутить, я себя не могу комиком назвать. А... Бррр. Кто я? Я Сережа Мезенцев. Вот у меня я работаю с Сережей Мезенцев, потому что а, я даже свой канал начал менять под себя. Вот какие-то у меня спортивные шоу начали появляться, что-то еще, еще появится, там мы сняли кое-что музыкальное. А, я чувак, который очень разный. Мне, всё, мне, мне разное нравится. Но ну, что я могу с тобой поделать? Ну, ну, Что я могу с тобой поделать? Я не знаю кто. Я вот просто... Это я. А вот э, с музыкой это что у тебя сейчас происходит? С музыкой? Ты а -а 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 -а. все тут писал недавно что-то, песни. Без конца, <с air> без конца что-то создаю. А мы летом будем снимать музыкальное шоу, скорее всего. Кстати, было, посмотрел выпуск Сантоха МС, прям супер. Скажи, мы сейчас супер. Вот мы сейчас такое шоу снимаем, угу. а будем снимать еще шоу другое, да? Я все такое анонсирую, без когда. Про, если получится, конечно, где я буду показывать, как я пишу альбом, диджея, курца в игровой форме, короче. Музыку очень люблю, тащусь, и мне теперь как-то даже не хочется ее показывать, прикинь. То есть мне настолько вот просто кайфово, что я написал что-то, все, я успокаиваюсь. Это одна из тех вещей, которая меня реально успокаивает. Это как медитация. Это на меня волшебное действие имеет. Так, а ты музыку пишешь все-таки в амплуа только огурца или... Нет. У меня есть и ипос, ипостаси. Да? Есть диджей-огурец. Там абсолютно четкие жанровые какие-то границы есть. Я могу точно сказать, вот это вот огурец, не огурец. Это моя сублимация моей любви к, к рейву 90-х, который, собственно, и запустил mm -hmm. во мне желание писать музыку. Есть э, музыкальный я, который вот э, вне жанров. Сергей Меза называется. Альбом как раз я на пандемии начал писать музыку больше руками. Mm -hmm. Я раньше там в мышке водил, да? А сейчас я начал руками играть, и это совершенно другой как-то вайб, да. Это проект Сергея Меза. Диджей говорит Сергей Меза. И еще есть Илья Огурцов. Это комедийное, вот, это вот, вот, вот мое желание, комедийно петь. Я обожаю Илью Огурцова. Пишем песни, тоже что-то делается. Кстати, да, концерт Ильи Огурцова будет 15 числа в Умитроль-баре. Приходи. 15 мая. 15 мая. А я 15 мая выступаю, диджей-сет играю в Питере. Приходи играть диджей-сет на мой концерт. Серьезно. А, ты в Питере, да? Я в Питере, да. А во сколько у нас концерт? Ты хочешь, чтобы я успел туда-сюда? Да ладно, все, ладно, да, я завелся. Короче, ну, давай телемост устраивать. Ну, только так получается. Да, да. Этот, знаешь, про музыку вспомнил такой кейс, когда я... Короче, я когда делаю войны, ну, да. перед тем, блин, кстати, я ненавижу слово войны, терпеть не могу, нет, но короче, я делаю видосик, перед тем, как я э, снимаю видос, э, я публикую историю, в которой говорю, девчонки, я буду сейчас вот скоро готовлю ролик да. на такую то тему. Да. Э, и там была тема, типа, э, когда девочки на кухне пьют винчик с подружками. Я говорю, девчонки, как вы себя ведете в, в такие, типа, моменты, вот когда вы пьете девчонкой винчик на кухне. Да. И мне начинают скидывать, то есть, я форму оставляю вопросов, и мне ну, подписчики отвечают, и там присылают десятки тысяч сообщений. Я все это анализирую, угу. вот. И чаще всего, почему я часто говорю, что все женщины одинаковые. Ну, как и в принципе, все люди одинаковые. Да. Потому что каждое пятое сообщение повторяется, все делают одно и то же. Вообще, то есть, паттерн ну, человеческий, вот, да. ну, вот, психология ну, все люди одинаковые. И все пишут одно и то же. И э, я охерел просто, когда все девочки писали, что в определенный момент мы включаем Валерия Меладзе. Я такой, ну, мы, мы Валерия Меладзе, типа, потом сейчас кто-нибудь Агутин, а потом опять Меладзе, опять Меладзе, Меладзе. И я такой, Еба, Охереть! <сёк> культ момент, Меладзе. В этот момент я понял, какой Меладзе богатый человек. Просто офигеть. И, 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 короче, это стало... Это стало мемом, что девочки слушают «Меладзе». но у этого мема, то есть, как бы стало модно говорить, но у этого, мем, у этого, у этого мема, условно, да, в кавычках, реально, а, реально, как бы, корни. Да. «Меладзе» капец заходит. Я же вообще не тусовый, да? Я тут, когда еще до пандемии, пошел, значит, потусоваться, захожу, значит, на дискач, сейчас очень модно, мы шапки, все, все, все в кучу, и как только играет «Меладзе», и я. И все таки «Как хорошо жить-то на свете!» Оказывается, его песни турб, ту, вообще турбо. Просто капец. Под них невозможно не танцевать. Это э, удивительно. Причем они раскрылись как вино, знаешь, с годами. Мы как бы с годами вдруг поняли, какое наследие он нам оставил. А мне как раз нравится больше творчество ранее Меладзе. Об и этом и речь. Об этом и речь. То есть не современная песня, а вот Какие-то вот времен его коллаборации с Виагрой вот это вот такое вот. А мне прям совсем а вот первый, второй, третий альбом мне А. Там, где девочки из завышают. Я душу скрипка. Я слезы не удержу. Вот эти мне нравятся, романсы. Да. Короче, Меладзе, не знаю, даже мне нравится. Он как-то. Знаешь, в нем есть светлая грусть. Вообще у нас очень мало популярных мажорных песен. Россияне очень любят погрустить. Слушай, а я, я вот, кстати, за собой э, давно заметил, что у меня весь плейлист в миноре. В миноре у меня, да. Нет, нет мажорных. Да, мы очень любим такое. <свят> а, а современная индустрия, да, современные ребята, они все равно с Запада много берут, а там немножко другая, другой вайп. И по-настоящему русскую душу может пробить только светлая грусть, когда песня все равно немножко грустная. И вот у Миладзе все песни такие. Первый день весны! На краешке земли она была. А это вот, вот это вот это ранее? Это альбом третий или четвертый? Красиво. Песен, Красиво. Да? Да. Ты вошла. По-моему, по -моему, это третий альбом. Еще один не очень, не, не очень быстрый, под них удобно танцевать. И они всегда про женщин, по-моему, да? Там всегда. про... Ну, он же натурал. Он как и... Киркоров тоже не, очень быстро по, все, все, всех запутал, очень быстро по, посидел. Все-таки, э, погоди, погоди. А разве не должно быть постепенно? да Ты помнишь этот момент, когда Меладзе вдруг стал седой? Все-таки, погодите. Так ты что, всегда был седой, чтобы волосы красил? Ах, ты обманщик. Ты не помнишь этого? Нет, я этого не помню, но ты сейчас сказал, да. Я, я, ну, я, я не наблюдал этого момента, типа вот постепенного какого-то перехода. Вот это тоже про принятие себя. Он принял себя седым. Это круто. Я вообще вот смотрю на каких-то чуваков да. а, с белыми волосами, они так круто выглядят. Да. У тебя уже седина на, начинает вот под... Здесь, да, здесь да? Да, здесь, да. Блин, у меня нет седых волос, а вот здесь вот филиал появился. У меня тоже. Именно здесь, в этом месте. Боишься стареть? Я, короче, тут недавно узнал, позавчера мне подруга сказала, что у меня века нависает, я как-то даже не обращал на это внимания. А, то есть, асимметрия, асимметрия или нет, оба века? Нет, одно века нависает, тут да. вот какое-то либо это, либо это, я не помню. Так, нависает, и чего? Нависает, и я такой, о, нихера себе, так я старею. Нет, так, скорее всего, всегда была твоя анатомия. Ну, наверное, да, это, ну, нет, раньше она так не висела. Я а. просто, да, я потом посмотрел свои старые фотографии. А, <гибл> <гибл> изучил, да? это? <гибл> <-то... гибл> <гибл> ну, знаешь, я как бы не то, чтобы боюсь стареть, я... Ä, блин, слово забыл. Когда самокопаешься, само как это называется? Самокопаться нормально. Короче, ну, у меня нет семьи, и я, ну, уже не, не успею стать молодым отцом, а хотелось бы быть молодым Слушайте отцом. Тебя а, Ведь... а, мне... Подожди, у меня здесь 34 года. Блин, я стал... Ты подготовился. Чувак. а, я стал папой в 33. Я себя не чувствую не молодым. Ты этот вопрос тоже Ире задаешь сейчас? Поскольку стал папой Сережа? Я пытаюсь... у меня хреново с цифрами. У меня совсем хреново вообще. Моему сыну сейчас 6 лет. Значит, а мне сейчас 30. Какая разница? Короче, в районе 33 я стал отцом. Ну, а мне 34, у меня еще вообще не наметочка даже нет, понимаешь? А надо же человека встретить, какое-то время пожить, там, свадьба. А и вот такие мысли начались, да? Да. Типа, да. Но тебе это поможет играть персонажа. И что еще будем делать? В смысле? С семьей-то? Мы с тобой? Да. Не знаю, мне кажется... Это вряд ли поможет, так блин, надо что-то делать. Нет, это ничего не изменит, так и настрой. Всему свое время, я думаю. Да, я согласен. Я начинаю думать сначала об этом, о том, что типа, блин, надо что-то делать. И потом еще каждый телефонный разговор с мамой как бы загубляется. Да, да. Где внуки? Я зашла сейчас как-то к себе... в Комнату, а там нет внуков? Да, прикинь. <свист> что за фигня? Подожди. Ты, ты случайно не знаешь, что да. такое происходит? А, я забыла. ты же даже не женат. <свист> К а, -а, -а, а а Да, а еще что? знаешь, да. А, а еще вот а, как в фильмах типа с Лесли Нильсоном, где абсурд доведен до абсолюта какого-то, да. а, у моих родителей есть близкие друзья, семья друзей, и у них восемь внуков. <свист> <свят> И они часто приходят, они обвешены просто. Да. <свят> ну, то есть это реально как наш по классике жанр комедии какой-то. То типа, это вот, вот, вот -то сын, ходишь, сын маминой оттуда, подруги, да. вот это вот оттуда, да? <свят> да, да. Надо перестать с ними общаться. <свят> я тоже так считаю. Очень плохие люди. <свят> ну как бы это плохо влияет на твоих родителей. <свят> <свят> дает на тебя. Да, потом я начинаю думать, что ну правда, всему свое время. Всему сво... только так. Я человек. когда э, начинал заниматься войнами в 2014-м, я очень хотел быстрого успеха. Видосиками. Да, видосиками. Сори. <laughs> да. Я очень хотел быстрого успеха. Да. И а потом, когда мне не приходил, я там долго м... маялся по этому поводу, рефлексировал. Вот я вспомнил слово Рефлекс... рефлексировал. Да. Uh -huh. Вот. Пока не принял этой ситуации и ну вот искренне для себя не решил, что всему свое время. Uh -huh. Вот и я правда думаю что все что не делается к лучшему и когда моя мама мне говорит э, про детей я ее как бы ее же козырем бью потому что это она мне с детства говорит что все что не делается к лучшему mm -hmm. это, это хорошо что у меня сейчас нет значит значит так надо было значит потом я вообще классных сделаю и это тоже я говорю без конца в подкастах что самые простые вещи тяжелее всего понять ну, всему свое время, ну, с детства говорится, да. Но реально допираешь до этого сильно позже. Mm -hmm. И все, что делается к лучшему, мы знаем это с пяти лет, а реально понимаешь это в районе тридцаточки. Типа, а, ну, действительно... Знаешь, еще какое Не было бы этого дерьма, я бы сейчас не был бы здесь, и не было бы так хорошо. Да, это правда. Я еще недавно понял также за 30 еще одну истину, которую тоже мне с детства вдалбливали и она просто сидела на подкорке. Я, короче, сижу, ем, и я наелся уже. А у меня еще как бы осталась половина на, на тарелке. И я сижу и давлюсь. И такой я вот просто взял и такой, а почему я это делаю? Почему я ем, если я не хочу? И вот вспоминаю, что с детства говорили, надо это да. до конца. Кошечка, смотри, доела все. Посмотри. Чувак, я помню это, как нам в садике притащили кошечку какую-то всю эту покоцанную, такую, знаешь, уже полуразвалившуюся. Такие, дети, смотрите, кошечка все съела. Вы что, хуже кошечки? Мы такие, мы? Прикинь? Да, и это реально на подкорке сидит. Надо доедать. Да, сколько еще вещей у нас заложено таких, о которых мы даже не подозреваем сейчас. Капец. Ну, я думаю, что вот в этом смысле мы, наше поколение, когда ты станешь родителем или, не знаю, если станешь, да, ты будешь меньше давить на детей. Как-то возможно. Вообще, знаешь, я думаю, что надо все все больше и больше я об этом думаю, надо реально готовиться к тому, чтобы стать родителем, потому что я вообще не понимаю, как всем разрешено быть родителями. А пройти школу какую-нибудь, тест дать? реально сделать новую жизнь так легко? Вот так вот. Ну, если все работает, можно сделать новую жизнь со словами "Упс". Вот так вот даже даже может, не хотел, а ты сделал человека. Я думаю, что, блин, должна быть какая-то, если ты ожидаешь ребенка, ну какая-то должна быть бесплатная программа, ну, чтобы тебя хоть чуть-чуть прокачать, какие-то базовые навыки, mm -hmm. дать, да, психологии, там, не знаю, физиологии, гигиены. Прикинь, а никто ничего не тебя не требует. А представляешь, если бы, если бы у человека была идеальная память и он бы вспоминал там свои чувства эмоции э, в детстве ну, есть такой есть, он... человек Гришковец да чувак ну я к тому что я, я к тому что он вот... помнит как он в три года что он чувствовал да сказано ну я не знаю ну просто я к тому что, послушай что, его вот... спектакли я к тому что mm -hmm. я кстати, скоро иду мне подарили билет мой менеджер мой любимый менеджер Анастасия подарила мне билеты на день рождения на Гришковца mm -hmm. вот. а на какой спектакль спасибо Настя что на какой спектакль я не помню честно говоря как называется да и просто ты, когда кричишь на ребенка, ты же как бы считаешь, что он там что-то не понимает, и ты, ну, ты не, не берешь во внимание то, что он ребенок, он по-другому чувствует, воспринимает информацию. А если бы ты помнил, ну, что он в этот момент чувствует, ты бы по-другому отреагировал в этой ситуации, потому что поставил бы себя на его место. Угу. Вот, прикинь, если бы у нас была память, то мы бы, мы бы короче воспитывали детей. Я даже иногда рад, что у меня такая дырявая память. Я такой, знаешь, как лунтик каждый день. Так а-а-а, дурачок, мне меньше стресса. Я не хочу все помнить. И есть люди, которые помнят все. Ужас. Тебя как с памятью? Очень плохо. Зашибись, чувак, долго проживем. Я был. Я был вчера на кинопробах. Да. Ты уже не помнишь текст, да? Слушай, там текст, вот реально, там вот, вот просто три маленькие три маленькие реплики. Я просто не могу. Я не могу их запомнить. А... Очень тупо. Я такой. При том, что свои реплики ты хорошо запоминаешь. Нет, в смысле, это были мои реплики, которые ты придумал для своих видосиков. Ну, это вот типичная проблема авторов-исполнителей. Что мы свое лучше чувствуем. Ну, просто а когда, когда мы играем в когда чужое, свое когда свое, ты можешь своими словами сказать, а здесь текст тебе надо было выучить, понимаешь? Ты можешь своими словами сказать, потому что ты прекрасно понимаешь, что ты хочешь сделать. Uh -huh. Ты смотришь на конечный результат. Да. А когда тебе чужое приносит, ты такой это просто буквы. Тебе ты не прожил, ты не почувствовал. Вот. Поэтому. И человек, как кинопробы? Скажи, куда ходил? А, слушай, а я не знаю, можно говорить или нет. Это вообще будет нет, Вообще нет. Да, нельзя нет, говорить. Нельзя, да, да. Это будет какая-то комедия. Вот она будет сейчас вот уже прям в десятых числах мая будет сниматься. Мне пока ничего не сказали. Да. Типа, понравился я или не понравился. Не знаю. Короче, не загадываю. Вот, это, кстати, один из вариантов диверсификации моей деятельности. Мне бы хотелось попробовать я в кино, прям вот в каком-нибудь. И не только в комедии. Мне кажется, что я способен и на какую-то драматическую роль, но я при этом понимаю, конечно, что надо учиться. Потому что... Потому что видно каждый раз. Вот, вот смотри, вот вы недавно с Незлобом разговаривали по, по поводу сериала Я не шучу. Я его да. начал смотреть как раз после вашего. Прикольный сериал, вообще классный. Скажи. Мне, мне нравится. Да, я сейчас на третьей серии. Но я чувствую, что. Ну, как будто главная героиня, она, ну, она. Вы говорили, да, что она актриса, но как будто вот я ей не до конца верю. Серьезно? Да, вот, вот, вот есть. У, такая. у меня ровно наоборот. Да? Я именно и досмотрел этот сериал до конца, потому что я ей на 100% верю. Ну, вот блин, мне чего-то не хватает. Вот ты лучше но... женщин чувствуешь. Наверное, да. Но при этом, знаешь, я могу сказать то же самое и про Хабенского. Вот мне Хабенский больше всего нравится в убойной силе. Когда он такой. Простой такой, ну вот открытый, угу. такой вот легкий, вот он там реально легкий какой-то. Угу. А сейчас во всех фильмах он играет. И вот он, он как бы пытается играть. Ну, он как бы хорошо играет, но я вот чувствую, что он как бы ну, не живет, а все-таки пытается играть как угу. какую-то роль. И я не могу вот я не знаю, я смотрю э, фильмы с ним и не до конца ему верю. Убойная сила! Подожди, что это такое? Это сериал типа про ментов. вообще давным давно шел. Хм. Ну вот, он плаха был. Плаха, помнишь, плаха, там рогов, дукали свои. А, этот он там да. играл? Конечно, плохо. Хапенский играл в ментах? Конечно. Улица разбитая А, это, это была франшиза, даже да? они убрали слово менты, по-моему, да. Слушай, там было куча разных сериалов, да. а, а, он, я не знаю, был ли он в «Улицах разбитых фонарей», а, он точно был в «Убойной силе», mm -hmm. он шел по, по Первому каналу. Кстати, очень прикольно, я недавно начал, а, там, первые серии посмотрел, он реально прикольный, да? он, это комедийный э, сериал, офигенный nice. про ментов, он очень, очень легко вообще смотрится. Хм. Он сейчас стал метром. Да, и вот, вот эта метровость, она какая-то немножко грузная, на мой взгляд. При этом я ну, как бы к нему хорошо отношусь, я считаю его классным угу. актером, но я вот не до конца ему верю почему-то. Кому я веришь? Не знаю. Та этому, господи, Машкову. Это просто вот мой самый любимый русский актер, Машков. А что-то он давненько не снимался. Днем но он раз. сейчас, он же сейчас театром руководит. Или мне кажется, что он не снимался просто не. нет, но ну он наверняка сейчас снимается где-то. Ну да, про, вот каких-то больших фильмов я с ним давно не видел уже пару лет, наверное. Ир, Скажи, пожалуйста, какой был последний <coughs> фильм с Машковым? По-моему, это был сериал э, про Ментов тоже, он там играл э, Мента, и у него там фамилия Каплан. Что, э, как называется этот сериал, не помню. Кстати, прикольный сериал, там снимается он, Паль и э, Лукерия. Он в снимался в кино каком-то "Миллионы", по-моему. Кинопоезд говорит, что вот в 21-м году будет библиотека Ивана Грозного. Он там снимается. Атар, 19-й Буратино, Одесский пароход, герой миллиард. миллиард Может, это ты? Миллиард, да. А ты смотрел ликвидацию сериал с Машковым? Охренительно. Я его смотрел раз в 10. Чувак, это так круто. Ну, это как он там играет? Я просто. Я, я реально я готов лифчик <laughs> сбросить. Да. Когда на него Это про Одессу, да? Да, да. Чувак, есть видео, где а, пьяный Машков. С поречником учат э, в интернете есть, учат э, реплики. Вы, И, вы, в смысле, в, в сериале Ликвидация? Да, да, да. Это, это закадровое. Чувак, я ничего смешнее не видел. Да, Тогда Машков пытается очень сложные слова, он там такой пьяненький, произнести. Есть такое, да, видео? А, а можно включить э, аудио? 10 минут идет. Тут я. А, ну, хотя бы давай, не знаю, 10 секунд. Послушай, А почему ты, кстати, без компьютера? У тебя же обычно... мне, знаешь, вот чем нравится Ира? Я попросил ее что-то сделать для шоу, и ты слышал вот это вот? Ира босс вообще. Ира, ты за этим здесь. Ира, а мы тебя слышим. Я не об этом. Потому что просто 10 минут же надо понять. Да ну просто сначала Нормально, чтобы было, а не фигню какую-нибудь. Господи, Господи, Господи. Да, ладно. Так и быть. А, да. Да-да-да, нужно подключиться. Возня! У тебя же обычный компьютер, обмундирование. что? Обмундирование. За... Обмундирование, да. 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 Ты еще за... Обмундирование. Ты еще за обмундирование? Ты еще за, Ты еще за обмундирование? Это Машков, Машков. Сейчас... Легче, легче. Абуму. Реплику. Абуму. Реплику Теперь история с Идой И опять Кречетов, а тут как тут А ты еще заоммундировал Сырья Ира, ты не можешь ссылку скинуть? Ты еще заоммундировал Ладно, все, все Спасибо, спасибо Сериал офигенный, невероятный Очень крутой И, кстати, вот из последних русских сериалов, которые мне тоже прям Очень удивил и понравился Эпидемия, смотрел? To the Lake да. Я на Netflix смотрел его. Я тоже. Офигенно. И да мы даже говорили, здесь у нас был. Что кончилось? Кофе, да, у тебя? Кончился. У нас здесь был Оганесян, который снял Игра на выживание. Нет, нет, это это Эдик Аганесян. А у нас был. Другой Оганесян. Я понял, да. да. Я, и, я смотрел. И, да, и мы даже сформулировали, что появился Карен. новый русский... А? Карен, да, Карен, господи, я дурак. А, кстати, классный подкаст вышел. Я говорю, я смотрел. Да-да-да, у нас появился новый русский сериал. Какие-то деревни, и какая-то чертовщина происходит, и обязательно сцена в бане, где все голые обязательно <laughs> по Брендбуку. <laughs> да. И кстати, да, я посмотрел вот этот сериал "Игра на выживание" после подкаста твоего. Да. тоже неплохой сериал Ну неплохо же. Да. Хотя что-то как-то этот. Ну вот реально первую серию как-то надо было чуть-чуть перетерпеть, а потом прям реально. А потом за... залетело. <laughs> потом залет... Залетело. Залетело. Короче, кино думаешь, да? Ну я не хочу прямо, знаешь, супер как бы в это углубляться, потому mm -hmm. что Потому что актер это супер зависимая профессия. Я хочу я хочу заниматься и тем, и всем, и этим. То есть я хочу музыку. Я хочу как Джаред Лето. Короче, знаешь, вот я хочу заниматься музыкой, я хочу быть крутым актером mm -hmm. и бизнесменом еще. Найс. Nice. Да. А что, какой бизнес? Как пойдет, но я там сейчас в один проект вписываюсь. Yes. Денежками захожу, вот. Пока не буду говорить. Ну, мы уже поняли, что какой-нибудь бар. Не, 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 -не, -не, -не. не, не это, да. это будет Ладно, онлайн сервис. Да. Вот. А еще Прикольно. мы сейчас занимаемся, я занимаюсь мерчом угу. уже уже год, и у нас он в принципе неплохо продается вот и мне прям прет этим заниматься у меня есть э, ребята партнеры с которыми мы работаем они как бы на себя все берут да. то есть я там пишу им свои хотелки давайте сделаем то давайте сделаем все они мне присылают дизайны там мы их разбираем я говорю вот это так это сяк, и так далее делаем и выпускаем типа дропы э, и прям вот э, и прям классно получается мне нравится оно хорошо э, расходится и mm -hmm. у меня есть как бы такая идея сделать этого как бы измерчак как бы, линию одежды вообще то есть да. у меня, например будет Uh, бренд такой, который будет выпускать, ну типа как знаешь Армани есть Армани Экшен, типа дешевая одежда, да. это будет uh, мерч, а есть подороже такой, типа Emporio Армани, да. uh, вот, потому что вот я, например, смотрю на Монохром, и они прям круто, круто делают, uh, и да, то, они взлетели и они взлетели именно через инфлюенсеров, то есть есть некоторые uh, ребята, которые понимают, что uh, заявить о себе сейчас все сложнее. И они идут прямо атакуют через через публичных публичных людей. Ну и они у них классная одежда. И классная одежда? Да, да. Вот. И хочется ну, я, играть я, в этом. я тебе сразу скажу, что одежда т. этим очень сложно заниматься. Ну, очень сложно. Я заниматься. понимаю, да, что этим сложно заниматься, но да. если есть возможность попробовать ты же не, не боишься трудностей нет да просто переизбыток переизбыток в одежду очень много кто заходит и uh -huh. очень много кто уходит разочаровавшись но если у тебя уже есть положительный опыт то это классная отправная точка чтобы как бы повысить ставки uh -huh. да прикольно а ты, ты делаешь мерч просто просто чтобы он был или да и... именно так у меня нет никаких никакого желания заработать на этом а у меня тоже не было желания заработать я это делал просто так чтобы типа поддерживать какую-то пиар активность а сейчас я понимаю что это еще и деньги приносит у тебя, видимо, просто другие масштабы, наверное. Я к мерчу а, отношусь так: во-первых, это прикольно. Это очень здорово. У меня, кстати, скоро выйдут пины луказыщий шоу, такие какашки классные, вообще офигенные. А, я, так как я сам такой фан фанатик, увлекающийся, да, для меня продукт это всегда больше, чем что-то одно. Вот, допустим, если есть фильм Чужие, то мне очень радостно, что есть книги чужие, артбуки чужие. Какие-то там пластинки чужие и так далее. Это расширяет эту вселенную. И я также понимаю, что если кому-то нравится мое дерьмо, то почему бы не расширить эту вс... условно вселенную, да? У меня к этому такое отношение. Пока что вот прямо сорвать куш у меня не, не удавалось на этом. Слушай, а куда у тебя делись трузайки? Ты же раньше раздавал значки трузайки. Трузайка, Трузайка да. Трузайка. Потому что у меня с Сережей микрофон, с ним сложная история. Я его сначала разлюбил, это шоу, а сейчас снова полюбил. И, наверное, вернется. Ты такой непостоянный. Я решил, что не стоит с потухшими глазами что-то делать. Я как-то заново влюбился в этот жанр. Хотя я давненько не снимал. Но, да, планов громадье. Вот. Поэтому «Трузайки» это было абсолютно вот про шоу «Сережа, микрофон классический», где я хожу, да, по, -по, -по, -по улицам. Подкаст более серьезный какой-то, вайп имеет. И здесь как-то неуместно. Вот. Как мне кажется. А хотя, может, и уместно. Вот. Это Трузайки, ты в курсе, да, что это было такое? То есть, ну, это... типа, типа, лучшим каким-то там подписчикам. Все, кто меня смотрит, зайки. Да, yeah. все, доста... этого достаточно. Вы посмотрели мое дерьмишко, вы зайчики, да? Лайк поставили вообще. А если вы хотите стать трузайкой, то есть прям вот, да, то ну, помогите мне как-нибудь, купите мое дерьмо, да, или там денег пишите. Вот. На кого, кто ты, на кого ты подписан, кто тебя восхищает как, как блогер? Блин, меня этот вопрос всегда ставит в тупик. Или как? Ну, да, ну, или ну, как личность. Дудь, мне очень нравится э, дуть, я смотрю все его выпуски. Да. Прям, прям кайфую. Я, ну там, я подписан, конечно, на, на Собчак, да. на Шихман, но интервью Дудя я смотрю просто как боевик. Вот он задает вопросы, которые мне интересно. Да. Когда Ирина Шихман задает вопросы, она как какие-то вот очень какие-то такие там женские вопросы задает, там пытается, а что вот вы чувствовали в этот момент, а вот поподробнее расскажите об этом. Да мне вообще, ну, неинтересно. <с> Ксения Собчак пытается вот а, одну какую-то вещь свою навязать, вот и один и тот же вопрос задает в течение часа. Пытается, ты, человек уже ответил, она еще раз, он уже ответил, она еще раз, но ну, ты же мне неправильно, ну, про неправду отвечаешь. А Юра задает вопросы, которые меня реально интересуют, и мне прямо это по кайфу смотреть. Да. Ну и плюс я считаю, что, учитывая его медийность, uh -huh. uh, Он делает uh, очень uh, смелые вещи с точки зрения uh, просветительства. Uh -huh. Ну, то есть uh, он рассказывает людям о том, что, ну, в России, как бы, ну, не все хорошо. Uh -huh. Вот не боится об этом говорить и это круто. Но ну, он и говорит, что в России еще есть хорошие вещи. Но ну, не да. только не только он. Да, э -э да мне нравится. Э у меня много претензий к Дудю. Как постоянные слушатели подкаста знают, да? Но мне нравится, что у него есть позиция. Это очень важно. Это очень классно для публичного человека, что у тебя есть позиция, и ты а, вокруг этой позиции Какую-то свою миссию да, осознаешь. Да, он молодец. И мерч, наверное, у него распадает тоже хорошо продается. Стоподова. А мы, кстати, у нас одни партнеры. Mm -hmm. Те ребята, которые делают мерч мне, они и ему делают в том числе. Ну, тебе получше? Нет, скажу. <смех> <смех> а из западных ты, ты, ты владеешь языком? Слушай, ну я могу разговаривать, у меня разговорный, типа интермедиат, но да. вот, например, слушать американских комиков я не могу, ну мне сложно, или смотреть фильмы в оригинале, я как бы, ну, ну, то есть мне надо как бы <laughs> иметь, короче, под рукой телефон, чтобы периодически смотреть перевод. <laughs> Поэтому, ну, мне впадло, короче, этим заниматься, я поэтому смотрю на русском Да Да, и, и не подписан, честно говоря, ни на кого, ни на каких американских Серьезно? Э, вообще? Да Да я, честно говоря, вообще вот мало слежу, что-то вот как-то в Ютубе, в интернете Я там подписан на каких-то просто интересных людей Да каких-то звезд, просто, которые мне интересны, не знаю, вот подписан на не знаю, футболиста, на Кришна, Криштиану Роналду или там на Месси. А вот так, что блогеры, которые какой-то контент дают на западных, вообще ни на кого не подписан. Как думаешь, мы же... А... Они опережают нас? Мы туда, по их модели идем, как тебе кажется, или нет? Ну, вообще, мне кажется, что в России... И в форматах, и в, в темах и так далее. Как думаешь? Ну, мне кажется, что я говорю, в России уровень блогинга прямо на каком-то высоком уровне очень. Mm -hmm. И ну, у нас, мне кажется, какой-то все равно свой путь. А, потому что я слышал, что а, в Америке, например, ну, присловуты не так смотрят интервью, как у нас там. У, у, у Дудя выходит интервью, смотрят 20 миллионов человек. В Америке вроде такого нет. Ну, просто там и там а, разные интересы, разные вещи заходят. Да. Yeah. Не знаю, мне кажется, у нас он прям на каком-то прям крутом уровне. Это так, власти. у нас очень много специфики. Очень много специфики. Поэтому, конечно, вот мне кажется, что мы не, не, не один в один повторяем, что у них там. Uh -huh. Но в каких-то вещах, в трендах, все равно я ориентируюсь на них. Поэтому я очень много смотрю, что там. И, как правило, мы потом приходим. Вот, допустим, вся эта экологичность, вот все эти вещи, там уже давно уже работает, все об этом говорят. Все компании об этом. А у нас только это пришло. Мы только начали задумываться о том, что из чего сделано и куда вообще все это катится. Вот. Сейчас это, допустим, все вдруг открыли, что оказывается, косметика тестируется на животных. Все такие, Матерь бог, что? И все все бурлит. Хотя это как бы информация не то, чтобы очень новая. Да? Ты видел этот ролик, который недавно гулял, вирусный? Про зайца? Про да. Это? Видел. Жесть. Ну у меня, <laughs> мне очень грустно стало. Блин, а мы еще животных едим? Да. <laughs> что, я не считаю, что плохо. Я тоже не считаю. Это, Блин. <laughs> ты считаешь, а... что ты заебись? <laughs> ну как бы мы должны это делать? Ты же, ну, не веган никакой. Нет, нет, ничего? нет, нет, нет. нет. Честно, наверное, сейчас на меня посыпется. Но мне кажется, человек э -э не вегетарианец. Ну, да, по природе своей. Он уже, как бы тигра ловил. Мама-то, Мама бил палкой. Бил. Ногу его грыз. Да. А... Ну, короче, этика вопроса. Я сейчас не готов это разбирать, потому что я об этом долго не думал. Но мне кажется, все очень стали нежные. Вообще вот это. Да, все это, очень стали нежные. Это Конечно, штука... нет ничего хорошего в том, что живой организм мучается. В этом нет нифига ни веселого. мне это никак не радует. Но это часть жизни. Ну, нежность еще и в том, э, меня бесит, что все вокруг обижаются на все. Типа, а -а -а. оскорбил и обиделся. Блин, вот, это, вот сейчас реально какой-то просто... Это вирус просто. Перебор просто. просто. Да. Я, я не понимаю, что происходит. Да надо просто... Не надо на этом... Э это, если ты обиделся, твои проблемы держи просто свои проблемы Именно, для себя. Да. А сейчас э, реально к свободе слова, слова просто каранты вообще. Не-не-не. Во я, я уверен, что это вот так вот. Да? Вот это вот, вот это мракобесие, вот это вот безумие все, да, оно, оно, оно скоро само себя съест. Да, поэтому не знаю. Мне кажется, меньшинство, сильно меньшинство просто очень крикливое вдруг начинает диктовать, как в большинстве жить. И это бред какой-то страны не знаю, меня это раздражает. Меня тоже. Поэтому... И опять-таки я смотрю на Запад, они вот из этой «я» можно начать выбираться. Все. Понимаешь, уже никто не хочет «Оскар» вести. Никто уже не хочет быть публичным. Потому что что бы ты ни сделал, ты всех оскорбил, гендерно не нейтрален, и, и вообще и ты плохой человек. Что-то какая-то новость недавно была с «Оскаром», какая-то очень странная. Я... Какая? Какая-то, я не помню, никто не знает. Странная новость про «Оскар», Ира. Найти. Какая-то последняя очень странная новость была про «Оскар». Ну, вообще, «Оскар» — это очень какой-то фрикшоу, как Евровидение стало. Мне кажется, что, наверное, в каком-то смысле и хорошо, что «Оскар» теперь про то, что посл... важно сказать, что есть коренное население Америки. Не забываем про это. Окей, все, молодец, вот тебе «Оскар». Это уже никак не про то, хороший фильм или плохой. Ну да, а что в этом хорошего-то? Ну, понятно, хотя бы теперь. <laughs> есть другие премии. Долин, да. Долин хорошо сказал. На Медузе есть радио Долин. Угу. Я посмотрел. Он как раз поговорил про Оскар. Что Оскар любит и, и ненавидит. И по-другому не будет. И с одной стороны, да, там побеждают темы. С другой стороны, все равно любопытно посмотреть на какие, как этот фонарик, который они наводят на, на фильмы. Это все равно некий срез. Да, ты все равно примерно в курсе того, что происходит. Новости с... Ну, странных нет. Просто что упал рейтинг на 58% в этом году, и все плохо. Да, может, я просто Прям выдумал. Прям странного я не вижу. Может, я просто выдумал, чтобы поддержать разговор? Почему нет? Кстати, а что... Вот Сейчас разница между выдуманной новостью и невыдуманной она стирается. Все равно мы забудем об этом через минуту. Это не имеет никакого значения. Да. А... Иманбек. вот вот у нас спасет. А тебе нравится сама песня вот эта? Которая... Нет, я когда я услышал, что этот ремикс получил награду как лучший ремикс, я осатанел. Я объясню. Проверь, пожалуйста, мои слова. Это точно был лучший ремикс, а не самый популярный, потому что это этот трек играл отовсюду, да? Он играл отовсюду. Эт, этого нельзя отрицать. Только мне кажется, награда должна была бы называться самый популярный ремикс. Но никак не лучший. Потому что Иманбек не сделал ничего принципиально нового, что было сделано в ремиксах за последние 20 лет. Ну, я бы оспорил это. Потому что лучший ремикс должен, наверное, нам сказать, смотрите, можно еще и так. Он должен раздвигать границы при, того, к чему мы привыкли, блять. Извиняюсь, что материюсь. А у, у Иманбека все как и у всех: прямая бочка, бас, тон-тон, тон-тоун, чуть-чуть измененный вокал, все. Это не его лучший ремикс, это обычный ремикс. Он ну, просто получился. Ну, там, наверное, во внимание принимаются в том числе популярность. Ну, конечно. <клев> и поэтому, мне кажется, некорректное название это очень популярный ремикс. Я в этом смысле никак не. не... Ничего, я без этого. Ничего, без этого. Я без этого. А, мужики, все, мужики, все. вы что? Просто это никак не лучше. Смотри, просто мужики же не поймут. Мужики, мужики, вы что? Ну нет, без этого. Нормально все. От Иманбека сейчас мужики выехали разбираться со мной. А ты не делаешь ремиксы сам? Я вообще понял одну вещь. Я вообще не люблю ничего повторять. Я люблю делать пусть корявое. Но свое. Но свое. Это гораздо интереснее. А в Эблтон ты научился работать или, или там в своей в -Вегас а я... музыку сочиняешь? Да-да-да. Смотри, я такой понял, понял в какой-то момент, что надо расти, надо, надо приходить на уровень, все, как бы игрушки закончены, купил «Эйблтон», значит, тут пришел Пикселорд Леша, мне все настроил, показал, и купил контроллер для него, и я сел, и я такой, я ни черта не понимаю. А самое интересное, параллельно произошла другая вещь. Я накупил кучу игрушек. У меня куча синтезаторов. Драм-машин и так далее. Вот им вообще по барабану в какой секвенсор ты их записываешь. И пока что я отложил знакомство с Эйблтоном. Я просто записываю свои игрушки в, в секвенсор, который я очень хорошо знаю. У меня КПД там 100%. КПД mm -hmm. в Ableton. В смысле ты знаешь типа все функции все, все да? Все как, как быстро. Я думаю про творчество, а mm -hmm. не про проводки, понимаешь, да? Mm -hmm. Сейчас мы можем по это самое. Это самое. По по того. По того. Сейчас попишу попишем мазон я тебе покажу. Хорошо. А ты уже купил Ableton? Нет, еще не купил, потому что я еще не пошел на курсы. А, я, нужно... я не знаю, что там покупать, там что, как правильно. Я приду, мне все скажут, я все сделаю. Или ты еще не прошел базу диджейнга. Ты должен диджейнг. Так, не все сразу, да, а потом уже. Да, да. Да. Не х... да, Ну я хочу вот до до 15 го числа закончить эти курсы, экспресс курсы отыграть. А уже потом будем смотреть. Я, я, тебя, я тебя вангую. У тебя такой чес по городам начнется с диджей с этими этой... ёлки пал Слушай, это забавно. Я еще не начал даже карьеру диджея. У меня уже три предложения. Да, да. Слушай, ты же из Сыктывкара? Да. Я там был однажды. Я полетел в Сыктывкар. У нас 400 километров от Кирова до Сыктывкара. Мы соседи. Соседи. И здесь соседи, мы тут в Москве и там. Я был в Сыктывкаре, чтобы потом поехать в Ухту, чувак. Так, а зачем тебе это нужно было? А потому что в Ухту ничего не летает. Э -э -э в смысле, там же есть аэропорт. В Ухте? Конечно. Ну, я не знаю, видимо... Ну, пф, чув... а, он, 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 типа, работает не каждый день, по-моему, там что-то да такое. тебя знает, да. А может, чуваки из Ухты, значит, жадные. Короче, я прилетел в Сыктывкар, и потом оттуда ехал 4 часа или 5 часов на машине до Ухты. И, да. вот. И, э, это было недавно? На это было, очень, это было очень давно, это был травмирующий опыт Мне так не понравился Сыктывкар, чувак Я там был прям чуть-чуть Я такой, вот что происходит А ты знаешь, да? ты заметил, что у нас Аэропорт в центре города находится Вот а, это просто Мне голову взорвало Как это возможно вообще 10 минут пешком до центральной площади От аэропорта Как так? Да. В этом, в этом, в, это, в, это, на этом это плюсы их, это, в кара заканчивается. <свят> Я не знаю, почему в Москве не так. Это очень удобно. У меня в вот этим бесит аэропорты. Что очень долго. То есть вот, вот, быстрый полет компенсируется тем, что все остальное очень медленно. <свят> долго ехать до аэропорта, долго там оформляться, долго ждать, долго ехать из аэропорта. Вот. Ты, не ты, ты даже как-то ты, ты, мой наезд на Сактавкар ты пропустил. А слушай, ну я как бы не то чтобы, знаешь, э -э -э, с тобой не согласен. <середит> ну, mm -hmm. как бы у меня теплые отношения к Сактавкару, mm -hmm. uh, ну, потому, ну, потому что я родился, это мой родной город, я там прожил 17 лет. Но я же, ну, я же понимаю, что там не очень прикольно, но это не самый красивый город, который, который я видел. И, наверное, если объективно на него посмотреть не предвзято, то да, мало что может как бы, вызвать какие-то эмоции. Сколько населения? 250 тысяч. Да, он совсем кручит. Совсем крушенный. У тебя мама там живет? У меня родители там живут, да. Но они скоро переезжают. Вот мы сейчас э, занимаемся ремонтом квартиры в Питере. Найс. Да. Дай угадай. У тебя родители собирают газеты местные, где про тебя пишут? Нет. Нет? Не соб... А, нет, мама может и собирает, честно говоря, но мне кажется... У меня мама собирает, она сама не понимает, что она неловко делает. Блин, ну чувак. Слушай, но... Сыктывкарская звездочка. Мне кажется, мне кажется, просто сыктывкарские газеты не часто обо мне пишут, в принципе. она они там есть? Должны же быть. Ну, конечно, есть. А о чем еще писать-то? Кроме как... А кто еще знаменитый чувак из Сыктывкара? Федор Овчинников. Футболист, да? Нет, это Додо Пицца. А, Футболистов. А Дода Пицца, да? Дода Пицца, да. Mm -hmm. Создатель Дода Пицца, он из Сыктывкара. Да, да, да. Он у тебя еще здесь не был на подкасте? Нет. Не. Пригласи. Может быть. <связь> может быть. Да. А кто еще? Леонтьев, по-моему... Леонтьев из Сыктывкара? Ну, он из, из, республики Коми. Да. Родился он, может быть, не в Сыктывкаре, но долгое время жил в Сыктывкаре. Да, у нас, по-моему, в филармонии выступал много. Ну, это есть дом с табличкой. Здесь жил и работал Леонтьев. Кто еще? И дом покрашен леопардовый. По-моему, какое-то отношение, ну, не к, не конкретно тоже к Республике Коми, Абрамович имеет. Где-то он, там родился владеет Сыктывкаром. В его владении. Да. Возможно. Чувак. А кто, а из Кирова, вот кроме тебя, и, и Володя Маркони. Много людей, была ведущая первого новостей на первом канале какая-то, прям программа время. Я забыл ее, ее, ее фамилию. Вот она была. Гор, а гордость, понял. Все такие, вот вот, человек выигрался. вот смотрите. А еще. Я не знаю. Ира, <laughs> не дай мне опозориться. Да, много. Известные люди Кирова, пожалуйста. <laughs> Я уже смотрю ты Пожалуйста, что ради бога. <laughs> вот звезды шоу-бизнеса. А посмотрим. есть певец Никита. А, знаю. Но он из Кирово-Чепецка, откуда Даня у нас. А Кирово-Чепецк. Э это это рядом. Э с рядом. с Кировом там химическое производство. А, у нас также у нас есть город Эжва. раньше был городом Сыктыв... Он был частью Сыктывкара, а теперь он отдельный город. Mm. Мне нравятся звезды шоу бизнеса и сразу Сергей Мезенцев первый. Ты. Евгения Феофилактова, бизнес-вумен. дома два. <гас> 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 точно, да, 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 Феофилактова, <гас> <гас> да. Феофилактова, бизнес-вумен. Да, да. Ты <гас> знаешь ее? <гас> Нет. Художник Иван Шишкин. Брат тот подожди. Ну, тот вот. самый, подожди. Шишкин мой. Да. Шишкин, он написан вот тут у меня. Подожди, Иван Шишкин? Да, Иван Шишкин. Его который... картины, бор... и, и, каждый, и каждый боится сказать название вятскую картины. Природу. <trabajando> <с earthquakes> <сосновый, бор> Сосновый бор отражает именно вятскую природу, написано. А, Там, где Мишки. Наверное. Федор Шаляпин. Петр Чайковский. О, Чайковский. Да. Чайковский Кирова? <с Cause> <связано> Че там? Нет? Жил в Вятке первые восемь лет своей жизни. Написано родился в город Водкин, Нормально. Вятская губерния. А у вас там дороги сделали в Кирове? Нет. Не знаю, нет. Я на всякий случай скажу: нет. Скорее всего, вряд ли. Потому что я помню, мы приезжали в Киров, чтобы купить шапку из белки. Что? Вот. Но у вас есть такое производство, белка называется. Есть, 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 есть. Вот. Да, да, там да, продаются да. шапки. А зачем вы вы, вы вы реально ехали за шапкой? Ну, блин, когда не было интернетов и магазинов, да. в, ну, в 90-х годах, мы ездили в Киров. Родители ездили в Киров. А мы, Нифига, как ты загордился! Это в Кире, да. Это в Кире, да. И, я помню, что там не было дорог. Там их до сих пор нет. Это проклятая вообще местность. Ничего не могу сделать. Всегда они ямы. так смешно загордился. что у вас шапки в городе. Я на самом деле вспомнил. Я вспомнил эту белку. Да, чувак, спасибо, что пришел. Спасибо тебе. Это был не травмирующий опыт? Нет. <с page> Нет, все хорошо. Пойдем музон писать. Пойдем. <с marido> Конец.